Всем приветики. В CSGO вышла новая операция. Сломанный клык. Стоит она, как обычно, $15. Потом, когда она будет заканчиваться, сделают скидочку. Будет стоить примерно половину. Ну и вы можете проходить операцию, не покупая пропуск. Купить его потом, и все награды, которые вы получите, вы потом заберете. Пока что доступна одна неделя, следующая откроется через 5 дней, остальные пока даже и неизвестно, когда откроются. За неделю вы можете забрать 10 наград, 10 звезд. При этом есть уровни, вы можете либо... Я уже одну звезду заработал, чем больше играешь, тем больше звезд получаешь. То есть в данный момент убийство. 7 убийств совершаешь, получаешь звезду 15, 2 звезды 25, 3 звезды. По-моему, из этого это самое легчайшее. А остальное, ну, посложнее будет. А награды. Награды теперь выдаются не так, как раньше, как в прошлой операции. Здесь вы их выбираете сами. То есть вы можете либо накупить себе кучу наклеек, тратя на это по одной звезде. Здесь даже написано, что обменяйте звезды на понравившиеся вам награды. То есть вы сами выбираете те награды, которые вам нравятся, и покупаете. То есть вы можете выбрать, либо вам нужна наклейка, либо оружие из какой-то коллекции, либо граффити. Но лично я бы, наверное, купил бы одного агента. А здесь, видимо, разный вариант одного и того же агента. То есть два агента — это 50, но максимум 100 звезд вы сможете заработать. То есть, купив два самых крутых агента, вы потратите 50 звезд. Но остальное либо на кейсики, можно штук 10 кейсиков купить. Это получится 20 очков. Ну и... Пару оружий из коллекции. Лично я бы так купил, наверное. Вот, но я пока что операцию не покупал. И, кстати, еще добавили новую настройку вместе с операцией. А называется она... фразы колеса чата. То есть вы теперь нажимаете клавишу, и вот тебе назначил POI, и у вас появляется колесико такое, в котором видны все эти вот моменты, и указывает точку, где, например, замечен враг. Здесь несколько врагов, к примеру, вы нажимаете, и на карте появляется отметочка такая синенькая, то есть остальные даже видят, и такой на радаре даже идет мигание такое, и звук. То есть, ну, интересно довольно-таки сделано. А по поводу операции, награды. Мы же не глянули награды. Есть новая девушка. Новый парень в разных вариантах. То есть один и тот же парень, просто по-разному одет и с разной маской. О, здесь довольно-таки вот этот прикольный. Натянул чулок такой, я сигарету в зубы взял. Ну, прикольно. Такой вот стильный агентик мне тоже нравится. Но это старая, просто немножко переодевшаяся. Здесь тоже два старых, просто немножко переодевшиеся, да. И два новых. Ну, то есть есть еще выбрать, довольно-таки интересно. Ну и, пожалуй, все, наверное. Так-то все. Ну, понятно, коллекция добавили. Наверное, вот это АВП. Это что-то типа будет гунгни, как гунгнир. Да, она будет стоить, наверное, как гунгнир, я думаю. Потому что она крутая. Ну вот, на этом, пожалуй, все. Всем покедова.